прилагательные в английском языке, часть первая. И разберем список прилагательных, можно сказать, 100 основных прилагательных. Как всегда, посмотрим их перевод, примеры и случаи употребления. Итак, начнем по порядку. With a letter A, с буквой A. Ну, некоторые прилагательные знакомые, некоторые прилагательные могут быть новыми. Давайте посмотрим. Итак, adorable, обожаемый. Например, she is so adorable. Она такая обожаемая. Смотрите, есть глагол adore, обожать. В принципе, он схож по значению с глаголом admire, восхищаться. So, if we say, если мы говорим, she is so adorable, it means, это означает, other people adore her or admire her, восхищаются и обожают ее, they love her. Далее, alive, живой. Например, he is still alive, он все еще живой. It means that he isn't dead. So, dead – это мертвый, alive – живой. These two adjectives are opposite. Это двое прилагательных, противоположные по значению. They have opposite meanings. So, number three. Angry – сердитый. Don't be angry. Не сердись, не будь сердитым. Сразу вспоминаем, что если мы сердимся на людей, или кто-то сердится на людей, то angry with, she is angry with him. Она злится на него. Если о вещах, чем-то недовольна, рассержена, то about. Например, she is angry about his behavior. Она рассержена на его поведение. Attractive, привлекательный. She is so attractive. Она такая привлекательная. Ну, в принципе, she is so beautiful. Она такая красивая. Антоним unattractive. She is so unattractive. Она такая непривлекательная. It means that she isn't attractive at all. Она вовсе не привлекательная. Дальше. Ancient. Древний. Мы знаем прилагательный old, да, старый, а ancient – это древний. Например, it was in ancient times. Это было в древние времена. Or it was in ancient history. Это было в древней истории, да? В давнишней истории, значит, active, активный. So, his position is very active. Его позиция очень активная. Ну, антоним passive, пассивная. Далее, alarming, волнующее, тревожное. The news is very alarming. Новости очень тревожные. Да, обратите внимание, что news единственное число, поэтому употребляем is. The news is very alarming. Значит, average, средний. Но есть такое выражение в среднем on average, so on average, там в целом, it was alright, в целом все было хорошо. Или можно сказать, это средняя оценка, the average mark is 4, средняя оценка 4, или the average point, средний балл, point is, например, 4.4, 4.4. Дальше aggressive, агрессивный. His behavior is so aggressive. Его поведение такое агрессивное. So it implies. Implies это подразумевает. The phrases, фразы it implies and it means are very similar. Очень похожи. То есть мы говорим, если это имеется в виду, это подразумевает, мы говорим it means или it implies. Значит, скажем, it implies that he behaves aggressively. Он ведет себя агрессивно, да? Aggressively это наречие. И beautiful. Красиво, да? Мы уже говорили пример. She's so beautiful. You're so beautiful. You're so beautiful. Да, ты такая красивая. Ну и наречие beautiful. Например, she is so beautifully dressed. Она так красиво одета. Окей, thank you. Отлично, мы разобрали первый десяток из сотни самых, можно сказать, нужных или очень нужных английских глаголов, английских не глаголов, потому что английский глагол совершенно другой. Мы с вами уже разобрали английский прилагательный English adjective. И скоро мы двинемся дальше. Thank you. Bye.